Улицы Кишинева окрасились в красные на самых оживленных перекрестках. Речь о широких полосах, нанесенных краской по обе стороны от пешеходных переходов. Разметка призвана предупреждать водителей о том, что они приближаются к зебрам, а еще ускорять торможение. Проверить работу новой разметки на деле отправилась и наша съемочная группа. На некоторых улицах столицы несколько дней назад появилась новая дорожная разметка. Это широкие красные полосы, начерченные по обе стороны проезжей части около пешеходных переходов. Primele marcaje de acest fel au apărut pe străzile din sectorul botanic al capitalei. Acestea au menirea de a atrage atenția șoferilor, dar și de a reduce spațiul de frânare chiar și atunci când carosabilul este umed. Fiind amplasate în preajma trecerilor de pietoni, acestea ar urma să contribuie la reducerea numărului de accidente. Разметка нанесена противоскользящим материалами на протяжении нескольких метров, чтобы водители заранее могли ее увидеть и начать снижать скорость. Наша съемочная группа вместе с водителем ТВ-8 решила проверить, на самом ли деле это срабатывает. Это не проблема, где колорашу грошу, шаку приемку машина френяза. Да, машина френяза мульт на репеде, шесть обидный винит, пентро приентемпенат, пентро привини. Представители примарии рассказали нам, что эта разметка была специально нанесена в определенных местах, чтобы пешеходы чувствовали себя более безопасно. Также красные дорожки должны сообщать водителям, что на этом участке дороги обычно особенно многолюдно. Данная разметка нанесена преимущественно на главных улицах, вблизи социальных учреждений, таких как школы и детские сады, где наблюдается повышенный пешеходный трафик более уязвимых участников дорожного движения. Цвет разметки виден издалека, заметна она будет и ночью. Структура нанесенного материала противоскользящая, что будет предупреждать водителей о приближении к пешеходному переходу. Подобные разметки вскоре появятся на улицах Мирон-Костин, проспекте Мирчич-Албутрын и на других участках дороги, восстановленных примарией в последние годы.